Привет, я Иван. Я сегодня хочу сделать маленький мини-тест сравнения между двух гитар Ibanez K7, семиструнная подписная модель ребят из Korn, и семиструнный RGA-7, сделанный в Индонезии. Обе гитары заявлены из махагона дека, пятикусковый гриф из клёна, здесь вставки ореха. K7, соответственно, сделано в Японии. А здесь на RGA-7 стоят родные датчики IBZ, LZ, это активы. Вот этот вот рубильник переключает два режима эквалайзера для этих датчиков. Я покажу, как они работают. На K7, в свою очередь, пассивные датчики, сет Петруччи, Димарцио, Дисоник и Эйр Нортон. Обычные трехпозиционные переключатели здесь и там, ручка громкости.